Пропажа нашлась. Нет, я не снимала видео 2 месяца не потому, что мне была лень. Если бы мне была лень, я вообще бы ничего не делала. Все потому, что у меня еще началась зимняя депрессия из-за учебы. Ну, скорее всего, это виновата зимняя депрессия. Я просто ненавижу зиму, понимаете? Чтобы вы поняли, насколько я ненавижу зиму, я за зиму, начиная даже с осени. Но осень я просто обожаю. Просто, ну так а что? Я ненавижу зиму, потому что, во-первых, супер холодно. Хотя у нас иногда колеблется там 2-1 градус, но сейчас у нас минус 15. Спасибо, четко. Когда в один день у тебя было 0 градусов на улице, а в другой день минус 15, такая типа, что за причина? Учеба, ненавижу практику просто. У нас практика была в магазине, и в магазине это просто ужасно. Ты с 9 часов до 3 просто там сидишь, работаешь. Ну как сидишь? Ты протушляешься туда-сюда, на склад, туда-обратно. Мечта продавца. Ну, олень, это потому что у меня как бы развлекательный канал, но при этом я снимаю влоги, которые даже больше просматриваются, чем обычные видео. Зачем я руки в видео сую? Видео сейчас будут уже чаще выходить, и вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какие вы видео хотите. Вдруг вам нравятся там влоги больше мои, чем видео на прохождение всяких игр. И еще одна причина — это игры. Игры, которые сейчас вышли. Совсем недавно, полгода назад буквально, ведь полгода же назад. Короче, в августе, меня подруга просто так позвала в Доту. И знаете что? Эта Дота меня слишком зацепила. Ну, хоть у меня всего лишь 100 часов, и я как раки, приорити. Но все равно, я просто Доту обожаю. Что недавно вышел, буквально на днях, Resident Evil. Вот. И я его, естественно, не играю. Я смотрю прохождение. И просто это такая игра, это просто... А вы знаете, еще сейчас Outlast выйдет? Это просто вообще... Это просто... Не знаю, как описать словами мою любовь к видеоиграм. Ну и вторая причина, которую я сказала, это лень. Хоть у меня и... Дофига времени, я просто, знаете, прихожу с работы и сижу такая. Ничего не делаю, я просто сижу на этом месте и совершенно ничего не делаю целый день. А чё я ничего не делаю? Потому что я кто? Я ленивая жопа. С большой буквы ленивая жопа. А еще я хотела бы снять вопрос-ответ или типа того. У меня в голове еще несколько скетчей крутится. Но! Проблема в том, что камера говно! Какие же у меня рифмы идут. Ладно, давайте поговорим о моей депрессии, в которую я за декабрь упала 3 раза. В начале, в середине и в начале января. Я так впала в депрессию в начале января, что я свалила из дома. На поезде. Просто свалила. А еще знаете что? Я устала. Скорее бы начались каникулы. Поскорее бы весна, потому что весну я просто обожаю. Я ездила на этих каникулах, собственно, у нас каникулы 16 января были, и на этих каникулах я ездила в Пинск и сняла небольшой материал. Мне просто очень интересно. Был бы интересен влог, и вот на этих выходных, то есть я сейчас в пятницу снимаю видео, да, то есть завтра, приезжает моя сестра. Мы тоже думаем что-то заснять, потому что она просто угорает с влога, который у меня вышел 2-й на канале. Да. Кстати, каналу уже 2 года. Стоп, 2? Да. В этом году уже будет 3 года. И я не понимаю, я просто видео не снимала 2 месяца, и на меня подписалось 9 человек. Я знаю, что это не 9 тысяч, не 900 тысяч, не 9 миллионов. Я не Марьяна Ро, но я поплакать на камеру тоже могу. Извините, бро. Я могу рассказать... Чё я люблю, типа, чё мне понравилось за эту зиму. Хоть зима еще не прошла, но что меня, собственно, вдохновляло, что меня из депрессии просто вытащило. Первое — это музыка. Это песни 21 Pilots.
хоть они и депресняк, хоть они и могут сами в депрессию загнать, но меня это просто настолько вдохновляло. Подписывайтесь на Инстаграм, там вы можете следить за моей жизнью. Чё я делаю там? Стыда! О, не совести. Ах да, я хотела сказать, что меня еще музыка вдохновляла. Ну, музыка 21 Pilots, это понятно. А еще такая новость. Я на компьютере нашла свои старые влоги, которые снимала в 13, 12 и 14 году. Если вы хотите, чтобы мы вместе их посмотрели, это такой угар будет. Я просто со стыда сдохну, я просто их смотрю, я так угораю. Еще, знаете, я просто сейчас, я обязана это показать. Здравствуйте, я тут. Так как я окончила школу, да. И сам прикол, ну, это, собственно, я, да, это я. Это моя фамилия, еще видно. Я просто так угорала. Я просто орала. Посмотрите, что написано. Видеоблогер. А у тебя такого нету, Ивангай? Я не знала, что мне напишешь. Нет, самый прикол в том, что нашли мой старый канал. И потом такие подошли и спросили: Катя, ты что, видео снимаешь? Нет, даже подошли так: Катя, где видео? Где видео? Потом я призналась все-таки, что у меня есть новый канал. И они, походу, просто не знали, что написать в этот странный альбом. И написали видеоблогер. Напишите в комментариях, какое видео вы хотите видеть. Может, на какую-то игру, может, там что-то новенькое вышло. Шучу, не пишите. Может, вы хотите прохождение каких-то дальше каких-то игр, потому что я очень много игр играла и до конца их не проходила. И да, вот, напишите, пожалуйста, это важно, да. И я хочу заснять еще вопрос-ответ, только хз, когда... Не забывайте меня, пожалуйста, вот что я хотела сейчас сказать. Пожалуйста, не отписывайтесь от этого видео, все будет нормально. Это просто, че я, куда я пропала. Больше не буду пропадать. Люблю, обнимаю. Спасибо за просмотр, если понравилось. Ставьте лайк, если не понравилось. Ставьте дизлайк. Оставляйте комментарии. Не забудьте написать, что мне там снять. Что мне там снять. И всем пока. You don't have to say I love you, just say I love you. Ведь я послал проблемы, и в жизни остались столько лишь мемов. Смысл жизни — мемы, мемы. Смысл — мемы, мемы. Do-d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 o